Резкие заявления в связи с обострившейся ситуацией вокруг беженцев звучат из Прибалтики. Премьер-министр Литвы Альгирдас Буткевичус прямо обвинил Германию в шантаже. Поводом стали планы представителей ФРГ, включая министра внутренних дел, по сокращению финансовой помощи тем странам, которые не согласятся по квотам принимать у себя бегущих в Европу. Я расцениваю это как шантаж, и к нему совершенно не следует прибегать. Особенно политикам высокого уровня, которые ответственны за решение этой проблемы. Такой тон не годится при поиске компромиссов, потому что это фактически начало применения крайних мер. В Брюсселе назревающий скандал постарались поскорее замять, напомнив, что у Евросоюза нет никаких правовых механизмов ограничивать выплаты в подобных ситуациях. В конце концов, вмешаться пришлось даже Ангеле Меркель. Она призвала бунтующие страны принять участие в решении общих проблем и восстановить европейский дух, но отметила, что угрозами и принуждением единства не добьешься.